снимайте перчатки. Только дистанцию держите, девочки, мальчики. Объявляли несколько. Перчаточки, пожалуйста, одеваем. Конечно, счастье и радость, что наконец-то мы можем увидеть воочию всю эту красоту, все это наше богатство, все эти картины, все художники. Это совершенно другие ощущения. Наконец-то мы смогли выйти вообще на улицу. Это такая радость. Ну, наконец, мы можем себя почувствовать в культурной столице, а не просто в городе, где закрыты музеи и парки. Мы с женой регулярно посещаем наши музеи, и в этом году, летом, это особенно приятно. Все совпадает одновременно и хорошая погода, и снятие карантина.